Во время войны на фронт уходило огромное количество людей, причем всех профессий. Не избежал этой участи и Казанский федеральный университет. В Елабужском институте Казанского университета отметили День Победы. В актовом зале для ветеранов было устроено торжественное представление, а поприветствовать гостей пришел директор института Елена Мирзон. Военные годы и послевоенные годы для нашего института были тоже непростыми днями. Достаточно сказать, что в 1941 году наш институт тогда назывался Елабужским учительским институтом. И здесь работало 15 преподавателей. И уже в первые дни войны пятеро из них ушли на фронт. В 1945 году в нашем институте работало 14 преподавателей. А в послевоенные годы в составе нашего коллектива было 40 ветеранов войны. На сцене Елабужского института 4 мая состоялась премьера музыкально-театрализованного представления «Мы победою сильны». Минуту молчания и возложения цветов к вечному огню еще раз напомнили участникам торжества о той дорогой цене, которую заплатили солдаты за День Победы. Олег Кашин, Лада Гильмуллина, Денис Сипайлов, Универньюз.